Остатки еды, пластиковые бутылки и грязные контейнеры. Такая картина была сегодня утром в парке Новой культуры, где два дня назад праздновали Сабантуй. С утренней проверкой в парк нагрянул временно исполняющий полномочия главы Игорь Кобец. У вас были сутки. Вы даже вот здесь центр не прибрали. Вон. Иди сюда. Вот это что такое? Вот это вы прибрали так? Вот это вы прибрали? Двое суток прошло. Чем вы занимаетесь здесь? Состояние парка после праздника возмутило жителей города. Первоуральцам не понравились переполненные отходами урны и мусорные баки. Многочисленные фото сразу попали в социальные сети. Сегодня утром, как только парк открылся, с проверкой приехал Игорь Кобец. Но директора на месте не застал. А главный инженер парка объяснил, что в выходные на уборку согласились выйти лишь двое рабочих, поэтому основательно территорию после гуляний не смогли убрать. Такое объяснение властям Первоуральска не понравилось. Руководству парка рекомендовали в срочном порядке заняться уборкой. Директору парка сделан выговор.